Решение приднестровской проблемы одно. 14-я армия пошла вон из Молдовы. Органы власти, так называемого Приднестровья, пошли вслед за 14-й армией. Есть территория суверенного государства Молдова, которую уважает весь мир и международное право. Все, что не подчиняется законам Молдовы, извините. Я убежден, что как только украинская армия изгонит оккупантов с территории Украины, следующее действие, власть Путина закончится, следующее действие – огромное изменение географической и политической ситуации в мире. Возвращение финнам их территории Карелии, возвращение японцам их территории Курильских островов и, возможно, Сахалина, возвращение Молдове, Приднестровье, возвращение Грузии, Южной Осетии, Абхазии и так далее, и так далее. Там много о чем можно говорить.